С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 15 июля, Всемирный день навыков молодежи. В мире насчитывается более миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 16% населения. Суть праздника в том, что образование и подготовка имеют важнейшее значение для достижения целей, которые ставят не только молодые люди, но и все государства в целом. Есть работа, нет проблем. В этот день появились на свет в 1606 году Харменс ван Рейн Рембрандт. Голландский живописец, Даная, ночной дозор, возвращение блудного сына, святое семейство и еще почти 600 живописных полотен. Репин писал как-то, что ни один художник в мире не сравнялся с ним, с Рембрандтом, в музыке тональности и изяществе и законченности целого. Махмуд Эсамбаев родился в 1924 году, знаменитый советский танцовщик. В 1945 году Юрий Айзеншпис, продюсер русских групп «Кино. Технология», а также певцов Влада Сташевского и Димы Билана. События дня. 1099 год. Пал Иерусалим. Утром 15 июля христиане громко поют священные псалмы и, поднимая сотни знамен, стальными клиньями устремляются к стенам. И когда ров уже засыпан убитыми, крестоносцы, наконец, смогут беспрепятственно приблизиться к крепостным стенам. Увидев, что город уже фактически пал, и мир гарнизона башни Давида был сломлен происходящим и открыл Явские ворота. 1240 год. Невская битва. Сражение, которое произошло на реке Неве между новгородским войском под командованием князя Александра Ярославовича и шведским. Александр Ярославович за победу и личную храбрость в бою получает почетное прозвище «Невский». 1669 год. Завершается самое крупное извержение вулкана Этна на Сицилии. Оно длится, представьте себе, более 4 месяцев. За это время из недр вулкана вытекает 830 миллионов кубических метров лавы. В предшествующий период в исторических хрониках было зарегистрировано 71 извержение Этны, еще 26 до 1900 года, ну а в 21 веке Этна оживала более 10 раз. 1783 год. Французский офицер-инженер, самоучка, маркиз Клод Дабан испытал на речке близ Лиона первый в истории пароход, точнее пироскаф. Пир – это огонь и скафус – корабль. Судно водоизмещением 182 тонны тащила одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Однако через 365 метров пути пришлось причаливать. Машина паровая по существу расколошматила все судно. Но это только начало парохода. 15 июля 1852 год. Лев Толстой отправляет Некрасову в журнал «Современник» свое первое произведение – повесть «Детство». «Я с нетерпением ожидаю вашего приговора», – писал он редактору. «Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое». Некрасов то ли сжалился, то ли действительно поверил в писательский талант, но отозвался положительно. А уже скоро имя Толстого ставили в один ряд с Тургеневым, Гончаровым и Островским. 1869 год. В Париже фармацевту Ипполиту Меже-Мурье был вручен патент на изобретенный им маргарин. Новый продукт в военно-морском флоте Франции встречают настороженно. И прежде всего из-за необычного цвета. Ну, белый он какой-то. Больше всего появлению заменителя сливочного масла обрадовались флотские интенданты. Они закупали новый продукт тоннами, потому что он стоил, как говорится, дешево и сердито. А небольшая порция масляной отдушки придавала маргарину почти натуральный вкус. В советское же время очень часто масло отсутствовало вообще в магазине, зато можно было приобрести маргарин. И некоторые диетологи советовали, что маргарин, наоборот, очень качественный продукт. Откажитесь от масла, ешьте маргарин.
В 1923 году в СССР объявляется об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот». После гражданской войны начинаются полеты по первой международной авиалинии Москва-Кёнигсберг-Берлин. А в этот день открылась первая регулярная внутренняя линия Москва-Нижний Новгород. В марте того же года было создано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет». Позже на базе «Добролета» и появился «Аэрофлот». Канал Москва-Волга открывается 15 июля 1937-го. Через 10 лет в связи с 800-летием столицы канал будет переименован в канал имени Москвы. Строительство продолжалось 4 года и 8 месяцев, довольно быстро. При строительстве использовался труд заключенных ГУЛАГа – 195 тысяч человек. 22 тысячи из них погибли, 55 тысяч досрочно освобождены за доблестный труд. Общая длина канала – 128 километров. Канал снабжает Москву водой, служит для обводнения реки Москвы, обеспечивает подачу электроэнергии на многие предприятия Московской области. 1975 год. Начинается первый в истории космонавтики совместный советско-американский научный эксперимент – полет космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» в составе экипажей Леонов-Кубасов, Стаффорд, Брандт, Слейтон. В ходе полета 17 июля будет осуществлена стыковка космических кораблей, переход космонавтов из корабля в корабль и выполнен комплекс совместных экспериментов и исследований. Полет завершится 22 июля. И по этому поводу даже будут выпущены, страшно сказать, специальные сигареты. 1988 год. На экраны США выходит фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. На одном из киносайтов читаем: «Попробуйте найти человека, который ни разу не слышал о боевике, сделавшем Брюса Уиллиса популярным во всем мире. Если вы из числа тех, кто до сегодняшнего дня не знал об этом фильме, у вас есть шанс». По-моему, это лучшая характеристика для культового фильма. 2006 год. Основан сервис микроблогинга Twitter. Сегодня это вторая по популярности в мире социальная сеть, которую обгоняет разве только Facebook. Каждый день пользователи сети отправляют 500 миллионов сообщений. Ежемесячная аудитория достигает 320 миллионов человек. А самые популярные твиты получают миллионы ретвитов и фейворитов. В общем, названий много разных, и поправлюсь. Все-таки иногда, наверное, Twitter обгоняет Facebook, а иногда Facebook обгоняет Twitter. Смотря как считать. Ну и еще одно событие более подробно. Франция в этот день приобретает национальный гимн «Марсельезу». Отрубив голову королю и королеве, а также тем, кто отрубил голову королю и королеве, а после этого тем, кто отрубил голову тем, кто отрубил голову королю и королеве, а также многим прочим, революционная Франция вдохновенно распевает «Марсельезу». Слова и музыку написал в 1792 году Клод Жозеф Руже де Лиль, военный инженер, поэт и композитор. Кстати, написал-то как боевую песню Рейнской армии. Песня так понравилась, что вскоре стала маршем марсельцев. Ее пели военные отряды из Марселя, уходящие в Париж защищать республику от монархистов. Марш очаровал столицу, и «Марсельеза» зазвучала всюду. С 15 июля она становится гимном. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам враждебны золотые кумиры, ненавистен нам царский чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы голодному люду пойдем. С ним пошлем мы злодеям проклятия, на борьбу мы его поведем. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».